настроение рабочее. Мы погнали в Екатеринбург. Я надеюсь, что Илюха заиграет сезон. Вот. Если мне нужно будет что-то где-то помочь команде, постраховать, я всегда готов буду. Поэтому дай бог, чтобы все у нас сложилось отлично, и мы подняли кубок вместе. Что сказать? Побеждать едем? Когда кричат по машинам, это не значит садить с машины, это надо помахать. У нас был день, так скажем, такого восстановления, чтобы мы подготовились к игре. Но мы сейчас с утра раскатились, почувствовали эту площадку и надеемся в игре эту возможность, эту ширину использовать. Но не нужно допускать глупых удалений и перекрытие линии передач, не дать сопернику так просторно находиться в нашей зоне. Новая игра, новые эмоции. Ждем тренерской установки и будем показывать свой лучший хоккей. Чувствуем себя как дома, но не забываем, что мы в гостях. Давай, мужики. Нормально все, повеселеем. Нет, Вираж не решился, Зборовский бросок. И 1-0. Вот так вот открывает счет в этой игре. Кто? Робин Пресс. Шайбу и бросает. Бросок у Робина Пресс просто фантастический. Кстати, для него это редкий достаточно бросок, когда он с замаха щелчком бросает. Но, тем не менее, шайба летит просто пулей. Just shoot and see the puck go in, it's always a good feeling and good start to the game, so it was good. Так, закружилась магнитка, места меняются, ай, какой момент для гола, это гол! Что сделал Силантьев? Выдающееся мастерство! Стица чуть центре. Здесь у Силантьева дальше возможности держать паузу не было, потому что его, кстати, Семен Кизимов мог бы накрыть. Кизимов вышел вместо Хрипунова в первой тройке. И вот здесь обиден. Пошел выбивать шайбу у Силантьева, но сыграл слишком пассивно. Силантьев под себя убрал шайбу и, натянув бросок, отправил шайбу над плечом в ближний верхний угол ворот. Ну, не понимал, что забил даже. Даже праздник, как бы, не думал. Вот. Главное, что команда победила. Идем дальше.
вертолет. Started out with a nice play from the defenseman. I can't remember who it was, but made a great play to Pashka, and Pashka made a great play to Karpov, and Карпов had great patience there and found me in the slot, and I just tried to finish it off. So. Хорошая игра, много играли в атаке, много было большинства, где-то не получилось реализовать. Будем над этим работать. I mean, obviously, it's always important to get the first goal. We would like to keep it a little bit longer than we did today, but you know, it gets good momentum and the boys get going from the first goal, obviously, so that's always good. Ну, мы стараемся начинать активно игру, больше бросать. Я думаю, как бы это больше дело случая, что забиваем первым и команда побеждает. Надо просто работать и забивать свои моменты. I mean, I thought overall, I thought we played well. I thought we outplayed them for most of the game. You know, a tough sequence at the end there, giving up that late goal, but you know, we stuck with it. And credit to Karpov making a great play in the overtime and just try to finish it off. So, I think like the two previous games, it was a tight game, you know, back and forth, and you know, they scored one late there, but we managed to come out in overtime and get the win. So that's all that matters. Конечно, очень приятно, что столько фанатов приезжает, поддерживают. Вот, спасибо им большое. Пусть дальше, ну, стараются по возможности приезжать. Мы будем стараться побеждать. Молочки, да, что не сломал нас этот гол ненужный. Вот. Но это один шаг всего. Давайте, готовимся к следующему. Молочки, на бок молочек. Люк, good goal. Арпуня. Молодчики, братва, давай идем дальше. Люк, пойдем вместе, приклеим его.